украли 9 миллионов долларов, да, на строительство, на организацию АТЭС на Дальнем Востоке. Или 9 миллиардов. Какая там сумма? 90 миллионов. И 6 миллиардов ГЛОНАСС. Что контролировать расходы чиновников ГЛОНАСС? Вы найдите, кто эти 6 миллиардов увел. И ими занимаетесь. А всеми чиновниками, депутатами, всеми гражданами, все сдают налоговую декларацию. Все граждане, 100 миллионов деклараций. Что же вы всех под контроль возьмете? Нет, не получится. Поэтому снять любую форму контроля. Подарок мне. Дали. Сахалин. Вот видите, сколько рыбы. Видите, сколько рыбы. Вот сколько всего. Вот сколько всего. Всем на стол. На стол всем. Понимаете? Всем на стол. Видите, какая богатая страна. Что, каждую баночку обсчитать мне надо сейчас? Да что я должен делать? Мне подарили, потому что любят меня. Я как докажу, что мне дают за любовь. Я люблю, мне дают. Вот когда, допустим, это мадам из оборонсервиса, или ГЛОНАСС, или дальневосточное международное предприятие, вот ими давайте заниматься. Они нанесли ущерб миллиарды, миллиарды, миллиарды. А миллионы имеют копейки. И пошли вы все нахуй.